Всем привет! Сегодня с вами Саша Михеева и мой канал Каляка-Маляка. Сегодня мы будем рисовать вот такого миленького котика, единорожку. Нам нужна масляная пастель, фломики, как вы видите, ластик, и, ну, конечно же, еще карандаш. Начинаем строго. Итак. Не забудьте в конце видео поставить лайк. Мне будет очень приятно. И поставить лайк. Итак. Отлично. Переходим отсюда. Сюда. Так, теперь закругляем. Нельзя делать просто такую линию, потому что сейчас мы будем рисовать хвостик. А тут уже на ваше усмотрение я буду делать такие вот линии. Дальше глазки. Носик. Конечно же, щечки. Усики. И реснички. Реснички на ваше усмотрение. Как вы умеете, так и рисуйте. Можно сделать такой рог, можно без разницы, как рисовать рог. И хвост. Как вам нравится, так и рисуйте. Итак, абракадабра-бабра. Хоп! Вот как-то так у нас получилось. Ну что? А теперь мы рисуем лапки. Ну, я использовала вот такой вот вариант для раскрашивания. Мне так больше понравилось. Вот как-то так. А теперь на ваше уже усмотрение. Что рисовать? Тут вот так или вот так? Можно сделать вот такой вот вариантчик. Вот такой вариант. Кстати, вот для этого нужно плосковые мелки использовать. Масляная пастель. Плосковые мелки, масляная пастель. Это одно и то же. И так вот у меня вот так вот получилось. Прикольно, да? Поставьте лайки. Когда наберется 500 таких лайков, тогда я выпущу вторую серию. И в комментариях мне напишите, как вас зовут. Первые 5 имен я назову в следующем ролике и передам вам привет. Всем пока!